support you. Is coming. I promise you.
От пуза нам человечность прививала жизнь в палатах умиравшего союза. Мы выжили, конечно же, не все, но выжившие стали крепче стали. Мы русские, трехкратно обрусев, из праха вашей совести восстали. Для нас святое Родина и Мать. Нас мир боится, потому что знает, кому, мол, Россию не понять. Тому она привычно объясняет, что есть на свете, окромя жратвы, порядочность, достоинство и совесть, и наше русское. И Дунавы, для вас, братва, увы, плохая новость, нам стойкости у вас не занимать. Вы видели уже, как мы воюем, а если не хотите вспоминать, напомним и повторно растолкуем, не трогайте Россию, господа. Запомните, нас бьют, а мы крепчаем. Услышьте нас, а если нет, тогда, тогда мы за себя не отвечаем. Навшивость нас не стоит проверять. Заморский парень, ты не есть мессия. Любезный, не Вьетнам мы, а Россия. Подумай, с кем ты хочешь воевать. Подумай, брат, не Босния, Россия. Подумай и не трогай нашу мать.